Ну давайте начинаем занятия. Я могу упражнение, задание получать. Дальше.
Ishmael? Нет. Правильно. Ракетка не сломалась. Правильно. Не ударялась. Правильно. Так. Ну что еще у вас спросить? Каких футболках не влияет играть в теннис? Какого цвета? Давай, Катя. В белых, в желтых, в черных и красных. Потому что... Если... Это ты уже придумала. Только в белых и в желтых нельзя играть. Потому что мячи такого цвета. И сливается мяч с фоном футболки. Правильно? Ксюша тоже думает. Ну давайте на Ксюшу спросим. Правила подачи, Ксюша, сможешь рассказать нам? Ничего себе. Правильно. Мы его подкидываем на 15 сантиметров и выше. Да. И выполняем подачу. Нельзя выполнять подачу. Наставлю. Ну все правильно, ходи. Хорошо. Так, все вроде вспомнили пока, да? Да. В какой стране? Правильно. Вопрос не успел даже задать до конца. Ладно, значит, продолжаем занятия. За стол встают Таня и Юля. Вы втроем садитесь, зеркало набиваете. А получается, пытаемся... Какой был вопрос и ответ? Вопрос был, в какой стране возник настольный теннис. Ответ был Англия. Но они ответили быстрее вопрос. Молодец, иди на колесики теперь поработай. Ракетки, люди могут вставать. Тебе можно прыгать. Удержание, удерживаем. В другую сторону пошли. Хорошо, следующее упражнение. Набиваем мяч, подбрасываем вверх, останавливаем ракет. Хорошо. Хорошо, Илюша. Таня, хорошо, Юля, хорошо.
Слушай, хорошо. Тебя как зовут? Настя. Нравится заниматься тебе? Да. Сколько ты занимаешься уже? Я уже не помню. Ничего. Этого года? Да. Молодец. Спасибо. А меня Таня. Нам очень нравится играть в теннис. Потому что можно и команде играть с друзьями. И весело. Очень хорошо. Тут мы научились всему новому и нашли новых друзей. Например, мы узнали то, что ракетки не могут быть белого и желтого цвета, потому что такой цвет у мячиков ракетки будет сливаться. И то, что теннис изобрели в Англии. Молодцы. Спасибо.